Швейный декор и декор аксессуаров – дело тонкое. Это решающий штрих в создании цельного, стильного, гармоничного образа. Выбрать недостающую деталь, способную вас преобразить, не так легко. Но в море предложений появился новый ориентир. Второй по счету – магазин швейной фурнитуры фирмы «Модесса». Он удобно расположен в центре Бреста на проспекте Машерова, 44. Наш первый специализированный магазин в Бресте на улице Суворова, 63, уже много лет пользуется большой популярностью и у профессионалов, и у любителей в швейном декоре. И самое главное, постоянно появляются новые лица, которым интересно все то, что мы предлагаем. Видя такую заинтересованность и стремясь к совершенству в бизнесе, мы постоянно пополняем новинками наш ассортимент, расширяем услуги и пришли к выводу, что следующий шаг в развитии – это открытие нового магазина. Много лет назад я открыла для себя магазин на улице Суворова на Ковалевке. Тогда я обошла много торговых точек, чтобы найти необходимое. А когда зашла в «Модессу», нашла даже больше, чем ожидала. С тех пор я постоянная клиентка. И вот я сюда пришла в новый магазин, к его открытию. Уверена, здесь меня порадуют многими эксклюзивами. Преимущество нового магазина «Модесса» – ассортимент, способный удивить количеством, качеством и новыми трендами фурнитурной моды. Здесь более 5000 мелочей для создания нового гардероба, для ремонта одежды и аксессуаров. Украшения декоративные, пришивные и клеевые. Настоящие стразы Сваровски. Аппликации на одежду детскую и взрослую. Пряжки классические и креативные. Застежки и карабины для дамских сумочек, мужских барсеток, рюкзаков. Пуговицы разной формы, расцветок из натуральных и искусственных материалов. Тесьма простая и декоративная, кружевная, вышитая блестками, бусинами, стразами. Пряжа, канты, ленты, резинки, молнии, кнопки, наконечники, фиксаторы и цепочки, а также кружево, фатин, нитки, более 700 цветов, как отделочные, так и для вышивания, плюс необходимые сопутствующие товары. Ну вот товар поступает ежедневно, но помимо большого выбора товара у нас есть востребованные услуги. Это установка люверсов, заклепок, кнопок, хренитенов. Оборудование современное, сотрудники у нас высококвалифицированы, поэтому высокое качество работ будет гарантировано. Отдельно хочется сказать о декоре интерьера. Для штор в большом ассортименте люверсы, в том числе и на роликах. Тесьма, бахрома, которую можно использовать не только для штор, но и для домашнего текстиля. Компания стремится сделать сервис конкурентоспособным, максимально комфортным и соответствующим желаниям покупателей. Поэтому на первом месте для «Модессы» предельно внимательное отношение сотрудников к клиентам. Я выбирала нитки. Мне не просто посоветовали, но и рассказали, что нитки – это необычайно значимый элемент, от их качества и правильности выбора зависит в конечном итоге, как изделие будет выглядеть, не деформируется ли ткань, не сломается ли игла в машинке. В общем, здорово. Новый магазин «Модесса» – результат многолетнего опыта работы, в котором учтены все возможные нюансы швейного, вязального, галантерейного искусства и декора. В Бресте на проспекте Машерова, 44, готовы не только помочь с выбором материалов, но и познакомить с новыми дизайнерскими идеями.